Его лапки все облазили. Тише, тише. Его лапка вся обрезала, вся шкура слазит. Ай, подожди, деточка. Потерпи, солнышко. Подожди, деточка, подожди. У него обожжены, лапки все обожжены. Подожди, солнышко, надо смыть хоть немного с себя всю эту кислоту. В чем ты весь? Я не могу понять, в чем ты, Таня. Он весь лысый, видишь? Лежит, облазит, смотри, уже. Да что ж такое? Ой, дитё, дитё, стой. Бац. Ой-ой-ой, смотри, тише, как деточка, сильно. Тише, тише, мой хороший. У него челюсть сломана, и он облазит весь. Он сожженный весь, Таня, видишь, что творится? Вот уже поиздевались над котом бедным. Смотри, что творится. Жуть. Смотри, бедная моя дитё, да. Сейчас мы немножко надо задние лапки тоже дать. Ой-ой-ой, смотри. Здесь все, ты видишь? Я начала это самое снимать, хоть немножечко, чтобы грязь всю смыть. Может, хоть немножко это вот вся эта кислота. Я не знаю, что это, но надо... Почему я с проточной водой хочу побольше, чтобы смыть хоть с него посильнее это все? Кто ж тебе так? У него, может быть, и печет это все, да? Конечно, печет, еще как. Мы его сейчас, знаешь, что делаем? Мы его сейчас...